Hello everyone and welcome to our English lesson. Today we are going to talk about some future actions. So the topic is he will be 11 in June. Сегодня мы с вами поговорим о действиях, которые произойдут в будущем, и тема урока ему исполнится 11 в июне. Let's consider some objectives. So today we are going to learn and practice new words. Мы выучим и тренируемся использовать новые слова. We will consider the future simple tense. Мы с вами разберем такую грамматическую тему, как будущее, простое будущее время. We will read and translate a dialogue. Мы прочитаем и переведем диалог. And we will realize some interactive exercises. И в конце мы выполним пару интерактивных упражнений. So let's begin by repeating the new words. Давайте повторим вместе новые слова. Toothpaste. Toothpaste. Tooth. Tooth. Это зубы. Зуб. Toothpaste. Паста, да? Зубная паста. Toothpaste. Toothbrush. Toothbrush. Comb. Comb. Slippers. Slippers. Towel. Towel. Полотенце, да? And once again. Toothpaste. Toothbrush. Comb. Slippers. Towel. Теперь давайте попробуем попрактиковаться с этими словами. So you see the picture. Вы видите картинку. And the task is to say what color are these objects. Ваша задача сказать, какого цвета эти предметы. Let's begin. My toothpaste is bright white. Next. My toothbrush is blue. Correct. The third sentence. My comb is black. Совершенно верно. Right you are. The fourth sentence. My slippers are... Yeah, they are pink. Pink. And the last sentence. Последнее предложение. Right. My towel is orange. How to say something in future? Теперь давайте посмотрим, как можно сказать на английском языке что-либо в будущем времени. Для этого вы всегда должны использовать слово will. I will, я буду, да? I will play, я буду играть. I will write, я буду писать. I will read, я буду читать. Вы можете говорить это слово применять не только ко мне, I. Вы можете также сказать he will, он будет, he will sing, он будет петь, she, она, she will swim, она будет плавать, Anne, например, Анна, Anne will jump, Анна будет прыгать, или Tim will run, Tim будет бегать. Обратите внимание, вы можете сказать I will, я буду, или кратко I'll. Да, вы можете встретить в тексте или где-то в других источниках и вот такую форму, чтобы вы не пугались. I'll – это кратко от I will. Переводим также «я буду». We will или will – краткая форма. They will – они будут. They'll – краткая форма. Да, еще раз закрепляем will. And now look and say. Посмотрите и скажите. Значит, у вас тут ребята, у каждых есть карточка, где прописан месяц их рождения, birthday, день рождения, и возраст, который исполнится. Например, Dan will be 9 in July. Дэну в July, в июле, исполнится 9. Dan will be 9 in July. Еще раз. Дэну исполнится, will be, исполнится 9 in July. Теперь вы должны сказать такие же, составить такие же предложения про
Anne, Tino и Ник. Let's try to do it together. Значит, Анна. Anne will be 13 in April. Попробуйте делать то же самое с Тиной. Тина, ей исполнится 12 в месяц август, в августе. Как это сказать на английском? Right. Tina will be 12 in August. Tina will be 12 in August. И, наконец, Ник. Ему в январе, January, исполнится 10 лет. Как это сказать на английском? Right. Nick will be 10 in January. Nick will be 10 in January. Значит, в январе вы можете все сказать Нику Happy Birthday, с днем рождения. Now let's read together. Теперь давайте прочитаем все вместе. Let's visit Grandma and Grandpa on Sunday. Let's visit. Давайте посетим, навестим. Grandpa and Grandma, вы знаете, on Sunday, когда в воскресенье. Давайте посетим бабушку и дедушку в воскресенье. Great! I'll take my robot with me. Great! Замечательно! I'll take my robot with me. Robot. I'll take my skateboard. I'll take my skateboard. Значит, обратите внимание, I'll take повторяется дважды. Это краткая форма от I will take. Переводим «я возьму». I will take a robot. I will take a skateboard. Don't forget your toothbrush, Dan. Toothbrush. Thank you. Oh, Father, take off your slippers. Slippers. Папа забыл разуть свои тапочки комнатные. Oh, говорит папа. And now read once again this text, this dialogue, and you may say yes or no. Значит, у вас утверждение по тексту. Вы должны сказать да, если это истина, если это соответствует содержанию диалога, и no, нет, если это ложь. Let's read together. They'll visit Grandma and Grandpa on Saturday. On Saturday. Is it correct? No. They will visit on Sunday. Да, мы внимательно смотрим. On Sunday. Они собираются навестить дедушку и бабушку в воскресенье, а не в субботу. Next. Dan will take his skateboard. Is it true? For sure, no. Dan will take with him his robot. The third sentence. Tina will take her skateboard. Is it true? Это правда? Yes. Here is her skateboard. Father will take off his slippers. Take off. Снять, разуть. Как вы думаете, папа снимет свои тапочки комнатные? Yes, I think he will. And the last statement. Dan will take his backpack. Is it true? Yes, for sure he will take his backpack. And now let's consider your home task. Значит, теперь давайте разберем ваше домашнее задание и первое интерактивное упражнение. Значит, в вашем учебнике на странице 85 у вас есть такое упражнение номер 8. 5 предложений, в каждом из них слова перемешаны. Вы должны сложить слова таким образом, чтобы получились полноценные предложения. Для того, чтобы это сделать успешно, я вам предлагаю пройти по ссылке, которую вы можете найти под видео прикрепленным. И оно вас приведет вот к такому контенту. Здесь у вас 5 предложений. Заходим в первое из них и начинаем складывать слова по порядку.
Значит, картинку ставим в последнюю очередь, потом подлежащее, сказуемое, обстоятельства места и времени. Да? I – это подлежащее кто? Я. Что сделаю? Will run – буду бегать, это сказуемое. Где я буду бегать? In the park – обстоятельства места. Когда я это сделаю? Tomorrow – завтра. I will run in the park tomorrow. То есть, только после того, как вы выполните интерактивные упражнения, вы с легкостью, конечно же, можете и с уверенностью написать это задание в тетрадь. Не забудьте после каждого упражнения нажать на вот эту кнопочку с галочкой. Оно именно вам покажет, если все загорелось зелененьким, значит, вы все верно выполнили. И второе интерактивное задание. You have four sentences. У вас 4 предложения. Здесь упущены слова, пробелы, да? You are supposed to fill in the gaps. Вы должны заполнить эти пробелы словами. Для того, чтобы убедиться, что вы это делаете правильно, я вам рекомендую пройти по ссылке, которая прикреплена под видео, да, вторая ссылочка. Она вас приведет вот к такому симпатичному упражнению. 4 предложения. И свободные ячейки. Нажав на стрелочку, у вас раскроется такое небольшое меню, и вы выберете слово, которое считаете уместным в этом контексте. После того, как вы все сделаете, нажмете на галочку. Если все будет гореть зелененьким, значит, вы верно выполнили, и вы с уверенностью можете переписать эти предложения в вашей тетради. I think everything was clear. The lesson is over. I say you goodbye and have a nice day. Bye-bye.